Перенесшую операцию на разорванной печени молодую женщину переводят в отделение хирургии. Женщина пришла в себя, однако пока врачи запрещают контакты с ней для посторонних лиц. Ибраева поступила после ДТП, сочетанная травма, черепно-мозговая травма, перелом голени, таза и тупая травма живота, разрыв печени. Сейчас ее состояние стабильное, больная в сознании, больная переводится в отделение хирургии. Напомним, в минувший четверг 9 человек, 7 детей и 2 взрослых были сбиты на автобусной остановке около школы номер 93 19-летним водителем, не имевшим прав. Один ребенок погиб на месте и еще один в коме. А пострадавший в другой аварии 42-летняя Акбата все еще находится в коматозном состоянии. Она не приходила в себя и пока не знает о страшной гибели своих детей. Абетова поступила 7 мая. По настоящее число, находясь в отделении реанимации, получала интенсивную терапию. На сегодняшний день состояние ее стабильно тяжелое, кома-1. Она переводится в отделение экстренной нейрохирургии для дальнейшего лечения. Напомним, 7 мая на пешеходном переходе по улице Аргенбекова женщина вместе с 2 своими детьми была сбита несущимся джипом. Ее дети, девочка 8 лет и 6-летний сын, погибли.